то, как игроки в этих матчах работают, как они принимают такие тактические задачи, которые мы ставим. Вот сегодняшний матч он порадовал, потому что мы играли немножко новой схеме. Если предыдущая игра она была по этой схеме неудачной, то сейчас, на мой взгляд, она была достаточно хорошая. И хорошее то, что ряд игроков, которые были травмированы, уже со следующего сбора начнут тренироваться в общей группе и могут играть. Посмотрели мы на передней линии, как нападающие Фарфана. И мне кажется, что у него может получиться, если еще улучшить немножко кондиции. Многие ребята поменяли в сегодняшнем матче свои тоже позиции. И им понятно было, и сыграли они достаточно хорошо. Поэтому окончание сбора, оно достаточно позитивное для нас.